Мы все для Господа, что одна душа. Понимаете, все мы на земном шарике. Для Господа, что одна душа. Как страшно рассказать, как меня пытали. Просто пытали. У меня зубы выбили. Выбили. Реально было страшно, потому что ты не знаешь, умрёшь ты через 15 минут или останешься живой. Це в нього тут руки загнилися, це тут ніс загнився, оце так ось, щас, ось. Оце такий русский мир, понятно? Понимаете ли, что случается с человеком, когда у него забирают то, что ему дорого? Боюсь, я могу перестать быть человеком. Потерять свою человечность. Вот можете представить себе это? Добой, добой, огонь, огонь! Давайте! Постел! Потому что... понимаю, что... это как лесной пожар. Он может прийти к вам. Так что смотрите внимательно. И будьте готовы.